я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И сегодня мы находимся в городе Сочи. И я делаю сегодня обзор Сочи парка, в котором мы сейчас будем находиться. Сзади меня находится Сочи парк. И мы в него как раз сейчас направляемся. Уже подходим. Начался дождь. Вот надпись «Сочи парк». Сейчас пойдем посмотрим, сколько стоят билетики. До 12 лет 1550. Взрослые 1850. Вот мы взяли два билетика и сейчас идем на горки. Вот это называется «Медведья». В нее вход отдельно, а нам в парк аттракционов это прямо. Направляемся вот по этой дорожке. Очень красиво. Справа аттракционы. Слева тоже аттракционы. Фонтанчики, призовые игры. Еще выше. Еще выше. Я не успела сфоткать. Игровой павильон, вам выдают жетоны на кассе, и вы их можете обменять. Вот такие два жетончика вам дают, а если у вас их нет, то один жетон 50 рублей. Вот. Игровой павильон «Веселые планеты». Заходим и выбираем. Одни американские горки, смотрите, крики слышны аж сюда. Их переверну, я не поеду. Смотрите, дождик идет. А вот на этой фигне я побоялась кататься. Стояли, но там очень большая очередь, больше часа потерять можно. Вон поднимают людей сейчас. Уже после американских горок. У меня трясутся руки. Блин. Короче, смотрите. И вот там выезжает. Тут две мертвые петли. И когда мертвую петлю делают, тебя прижимает, ты даже упасть не можешь и даже не понимаешь, что ты вниз головой полетел. С больным сердцем здесь делать нечего. Вот, видите, мертвая петля. Длится удовольствие это минуты три, наверное. Ну, когда я приехала, я сказала, все, не хочу. Так, вот такой аттракцион еще есть в Сочи. Он моя Викуся сидит. Сейчас Викуся у нас полетит. Полетит вот туда, вот высоко, 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 вот туда. Голову прижимай.
они все живы. Ногами машут. Викины босые ноги. Что, всем понравилось? 2 минуты на все прошло. Ура! Всем понравилось? Аттракцион «Ладья», на котором мы сейчас и пойдем кататься. Вечером здесь очень красиво. Ну, еще не стемнело, но мне уже нравится. Смотрите, фонтанчики все с подсветочкой. Отель «Богатырь» сзади меня. Как в детстве. И Викуська моя вот едет. Вот она едет. Вот такая обзорная экскурсия по Сочи парк. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я брошу денежку, чтобы сюда вернуться еще раз. Всем пока!